Мы все сонные, но я вам хотел показать, как мы утро встречаем. Да. Как мы утром встречаем, как мы будемся. Это мы уже не в первый час будемся. Разбудить вас не может. Это мы уже не в первый час будемся так. Да. Вот так вот будемся. Все сонные. Я Катя говорил, засними. Катя говорила, как? Как? Вот ты говоришь, засними. Как я тебя засниму? Она мне на лицо везде тут. Наша девочка. Наша девочка. И так каждое утро. И так каждое утро в 6 утра. А то и в 5. И вот она, давай. Нализывает, нацеловывает. Вставайте, родители, вставайте. Так она будет, пока мы не встанем. Вставайте, скажи, вставайте. Я уже, скажи, проснулась, а какого вы тут лежите? Уже побежали, пописали. Уже солнце встало, петухи пропели. Уже вообще светло, пора зарядку делать. Мамка, иди работай. Кормить меня пора. Кормить мне надо, мамка, иди работать. Мамка, папка, отдыхай. Мамка, работай из дома. Ой, да, ой, ну хорошо, что из дома. Такая неделя тяжелая была. Ну ладно, ладно, все, хватит кусать. Пойдем, просыпаться будем. Но она уже не так больно кусается. Да, целовака. А расскажи, как она с тобой спит. Она бывает, вот если я так отвернусь от нее, вот так вот руки убираю, все убираю. Она кладет голову мне на голову. Ну, вот сюда? Так вот. И мы с ней спим. Вот тут, тут. Кто там? Олеся? 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 Вот так вот. Ласковая такая девочка. Ласковая девочка. Ласковая девочка. Она прикусывает, но они так любят. Прикусывает, но не кусается. Ой, сказали, сестра проснулась. Ну ладно, пусть она там, иди сюда. Иди. Иди, иди. Давай мамку, давай мамку, буди мамку. Давай мамку откапывать. Давай мамка. Откапывать мамку. Мамка там потерялась. Откапывать надо мамку. Ай, ума, больно. Сказала Леся там еще. Ой, короче, всех разбудила, все. Скажи, я хвостом будила. По фейсу, скажи, им махала по лицу. И уже всеми частями тела будила. Да, ума. Все, встаем. Выключай. Хорошо, что папку не трогала сейчас. А до этого и папку. В общем, мы уже, не знаю, сколько мы уже. Ну, спит она не с нами, спит она на полу. Да, спит она на полу. Она только утром. Она с нами не любит спать. Она только утром прыгает и будет. Потому что нам петухов не надо, у нас ума есть. И Улочка нас тоже будила. Примерно так же. Ой, ну, в общем, ребята, вот такое Всем у нас с добрым утром. Такое у нас утро. Всех с добрым утром, всех. Всем хорошего дня. Хорошего дня. Всех поздравляем с то, что проснулись, открыли глаза. И начался новый день. Это. Ой, какая радость. Какая радость. Папина пальцы такие хрустят так на зубах. Хорошо. Забавно. Забавно. А у вас питомцы тоже вас так
утром рада видеть. Напишите, мы ж читаем. У нас столько питомцев у подписчиков. Да, у меня питомец поросенок Боря. Приходит, меня путит. Кто это? Писал кто-то? Нет, я просто представила. Ты говоришь, у них столько питомцев. Питомец поросенок Боря. Мы вчера видели видео. Там про... Как этого поросенка звали? А, не знаю. Поросенку отгородили. Поросенку отгородили вольер. Да. И его... Ему туда еду клали. Он за 3 месяца не поправился в весе, а все худел. А он худел и худел. Они поставили камеры. И оказалось, что... Мамаша медведица с медвежатами. Да, приходили медведи и съедали всю еду поросенка. Но поросенка не трогали. Да. Они просто поняли, что если они тронут поросенка, тогда закончится еда. Поросенка они не трогали. Жрали всю его еду. А бедненький поросенок худел. А у вас как? Есть такие случаи? Кто у нас такой кузака? Кто такой кузака? Кто? Кто? Ума. Умочка. Ой, хрюкает кто. Тоже поросенок. Ай-ай-ай. Прям как я хрюкаю. Кто заигрался? Я тоже. Кто заигрался? Все. Все, намордник. Все. Все. Всем пока. Всем пока. Мы пойдем завтракать.